Вітаю, шановне господарство! Беларускія словы, якія абазначаюць найраднейшых, нават у расійскамоўных беларусаў, павінны выклікаць толькі сямейныя асацыяцыі ды цёплыя пачуцці. Такая наша рабочая гіпотэза. І вось сустрэтыя на вуліцы мінчукі адказваюць на пытанне, якія асацыяцыі звязаныя ў вас са словам «бацька». Ну, родной человек. Теплый, родный, любимая, семья. Самый прекрасный. Наприклад? Наприклад, ну, самый родной человек, самый родный по-белоруску, кажучи. Слово «бацька» вельми старожитное. Оно основное слово для обозначения менавіта «таты», только у белорусской, да еще украинской мовах. Ну и цікаво, что слово «бацькі» для обозначения «таты» и «мамы» так само уживается менавіта у этих двух мовах. Правда, у нашей специфичной мовной ситуации на питание про ассоциации некоторые чомусьці отказывают перекладом слова на российскую мову. Батька, отец, ну, как бы родители, вот, ответственность какая-то за родительскую, вот все это, что дети, если связано все с детьми. Ну, папа, отец. Але у пэўных суразмоўцаў, у адказ на гэтае звычайнае пытанне пра асацыяцыі, назіраем, ну, трошкі такую дзіўную рэакцыю. Отец, в смысле, как папа, мама, только такие. Все, вопросов больше нет. Ну, можно не буду отказывать. Чаму? Ладно, ну, батька, это семья. А какие ассоциации? А? Ну, добрые, милые, родные. Ну, свой. Зрэшты, не дзіва. На агул, словами из категории семейной лексики вельми тяжко манипулявать, але спробуют. Кіраўнік державы уже шмат годов, ну, не с початку нулявых, как я высветлял, систематично называя себе у третьей особе менавіта батька. Ну и треба сказать, что это подхопили штатные пропагандисты, да придворные творцы. А у 2013 годе ён нават обвестил слово батька фактично своей приватной уласностью, своим уласным брендом. Под брендом «батька» там и прочее в России и Украине продают какую-то барматуху или разведенное сливочное масло. Это уже для нас проблема. Наши цепляют там, как будто Лукашенко продает там. От моего имени продают. Что правда, ён перанял мянушку от своего товарища, нябожчыка губернатора Краснодарского краю России Миколая Кондратенки. Але мянушку подхопили у соседних краинах, где теперь часто лічыцца ледзьве не добрым тоном ужить яе у размове с белорусами. Але ж у белорусской мове слово «батька» спрадвеку ўжываецца суцэльна ў сямейным значэнні. Ну, не называлі камандзера, нават такога геніяльнага, як князь Канстанцін Астроскі, бацькам. І манарха бацькам не маглі называць. Ён быў выбраны, першы сярод роўных, і выконваў строга адведзеныя яму законам, статутам функцыі, а не быў айцом народаў, як расійскі цар альбо таварыш Сталін. Думаю, людзі, якія умеюць аналізаваць тое, што чуюць з нас медыя, раскусілі гэтую семантычную падмену. У нас кажуць часта пра прэзідэнта бацька. Чаму? Імідж яму такой создалі. Ці ён родны чалавек? Ну, не знаю, затрудняюсь адвесіць. Ці можа ён сам так хоча? Не знаю. А вось чаму ў беларускай мове слова «бацька» не стала масавым зваротам да начальніка? Я наткнулся на цікавы тэкст «Руская душа і нерусская власть». Аўтарка Татьяна Миронова, член-корреспондент Міжнароднай славянскай акадэміі навук, змагаецца з чужебесіем, выкрывае захад. Цытую: «Наш подлинно русский тип организованности основан на послушании, чужд западному представлению об организации и порядке. В русском понимании иерархия начальник и подчиненный – это иерархия отца, его сыновей. Отец-правитель может быть даже жесток, если жесткость и требовательность полезны детям». Конец цитаты.
Отсюль пиша Миронова, походить суворовский выраст отцы командиры, казацкий зворот батька, сучасная мянушка батяня комбат и любимый своими детьми подданными царь батюшка. Таким чином, это абсолютно не белорусская семантика слова «батька». Але все же за два десятигодзі вот гэты небеспечный лексичный эксперимент, небеспечный, бо закранае основотворные человечие пачуцці, у Беларуси дал свои выники. А ты чули, что у нас так часом называют президента? Да, а вы знаете, он заслуживает этого. Я соприкасалась с ним не однажды. Он мне вручал премию за духовное отражение. Ці ведаеце вы, у нас часом называют президента чамусьці батькой, такая мянушка? Ну, потому что, наверное, отец всех белорусов. Ассоциации. Чаще всего кого батькой называют? Президента. А чему так называют президента, как вы думаете? Не знаю, не задумывался. Правда, апошні чалавек адзіны, хто ў якасці першай назваў асацыяцыю з цяперашнім кіраўніком дзяржавы. Іншыя так казалі, калі цямілі, што іхны адказ будзе публічны. Вы так называюць у нас часам. А вы потым гэта каму-небудзь пакажаце? Ну, мы ж не для сябе здымаем, не для сябе ж. Ну, бацька, ну, першае, як і ўсіх, наверное, беларусаў, гэта наш прэзідэнт. Ну, а па-другое, гэта, ну, адзін з самых родных чалавекаў на свеце. І толькі пераканаўшыся, што здымае не дзяржаўнае тэлебачанне, шчыравалі. Ён родны бацька, вось для мяне ён не родны бацька, а для вас. Для мяне таксама. Зрэшты, асцярожныя беларусы нават у гранічна паліткарэктных словах прымудраюцца выказаць даволі цікавы змест. Першая асацыяцыя звязана... З прэзідэнтам? Нет, у мяне з бацькай, з отцом. А вторая с президентом. А чому вось президента так называют? Чому так повелося? Не знаю. Видимо, потому что он у народа ассоциируется с настоящим главой государства, который все держит в своих руках, как настоящий отец, который всегда хлопнет кулаком по столу. И значит, так как оно и будет. Как я сказал, так и да, будет. Да, да, в таком ключе. Пагадзіцеся, гэты вобраз дакладна адпавядае вышэй апісанаму вобразу царя бацюшкі, але наўрад ці пасуе вобразу роднага бацькі для кожнага з нас. То шануйма сваіх бацькоў і не ўжывайма слова «бацька» ў неўласцівым яму значэнні.